В день, когда два указателя неудачи, пятница и число 13, слились, чтобы создать один супернеудачливый день на сцене театра или, как утверждают артисты, в доме с привидениями, зрителя ждет фарс в двух актах с привкусом черного юмора. Это спектакль «Цианистый карий с молоком или без» с превосходно закрученным сюжетом. Новошахтинский драматический театр, успешно гастролирующий не только по городам России, но и за рубежом, представит в Сочи 6 постановок. Все они интригуют названием и жанром. Не останутся без внимания и дети. Для них сказка о заколдованной Снегурочке, киберкомическая сказка и спектакль «Клоунада». Ко встрече в Зимнем театре артисты готовились давно. Прежде чем решиться выступить на сцене Зимнего театра, мы 3 года выступали в Лазаревском независимом театре, потом в Центре национальных культур. В декабре мы в Адлере в Южном Смурье, и мы увидели, какой у вас замечательный зритель. Все тонко чувствующий, понимающий, умный, интеллигентный.